связи с выборами Жириновский меня сегодня уже вместе с партией принял в ЛДПР, а меня назначил там руководителем аппарата. Мне партия Жириновского не подходит, но я ему подыскал более приличную должность. Могу отправить директором в Артек, он мечтал там побывать, поработать, может там круглый год трудиться и довольно успешно. Если не нравится, можно завхозом. Он собирался к юбилею мои подарки собирать. Там подарков будет со всего света и очень приличный.